вырубать. О, Кевин, держись! Кевин, вставай! Давай! Черт! Ай, блин! Ты жив? Давай, вставай, братан! Это фиаско, братан! Ты че, дебил? Вставай давай! Твою мать! Фак! Че-то мы, знаешь, так нормально полетели! Бля, давай, вставай! Да встал я, встал! Ты не встал еще, дебил! Вставай, никаких 5 минут еще. Черт, чувак, какого хера? Как мы остались живы? Ты посмотри на кабинку. Кевин, блять, твою мать. Пошли в этот, в дом. Блядь, такое ощущение, что... Ой, сука. Ой, твою мать. Блядь. Нахер мы вообще на этот фуникулёр полезли? Бля, чувак, я откуда знал, что там эта херотень сидеть будет? Черт, я еще проебал свою винтовку. Твою мать. У тебя остался флэр... Нет, флэрган у меня был. Черт. Топор, что-либо? Что-нибудь осталось? Есть, на спине, видишь? А, черт, чувак, ты его потерял тоже. Бля. Че, ну, нет его на спине, что ли? Нету. Твою мать. Фак. Кевин, давай зайдем уже наконец в этот чертов дом. Фак. Твою налево. Нет, сегодня без всяких приключений обойдемся теперь. Что-то шутить перехотелось. Давай заходи. Ой. Ой, все, хорош. Мне поможешь. Заткнись, да. Ты... Вы здесь? Помоги. Пожалуйста. Эй, здесь? Помочь. Ты... Вы здесь? Thank you.
блядь, было вообще? Чувак, я же говорил. Стой, чувак, стой. Как и говорил этот человек, он у нас не нашло. Твою мать, чувак, мы стояли неподвижно, он нас не увидел просто. Черт, это работает. Ты придурок? Нет, просто зевнул. Чувак, как ты можешь зевать? Мы только что чуть не распились на гребаном фуникулёре, и нас чуть не сожрала эта херня, я не знаю, что это. Чувак. Это фиаско, братан. Блять, оно ушло точно? Угу. Чувак, оно разбило нам окно. Стой, сука, Кевин! Ты что творишь? Да нет, его здесь, ушел вроде. Ты иди сюда, подойди, блядь. Да не ссы ты чё? Ты ведёшься как долбоёб. Не ходи по осколкам, сука. Кевин, ты дебил. Ай, бля. Блин, а чё, вино не положили, что ли? Кевин, это нихера не смешно, ты... Блядь. С кем, сука, я связался? С кем, блядь? Нахуя? Кевин. Блядь. Ладно, всё. Буду серьёзней. Кевин. Ноешь, как девочка. Чего? Чувак, ты видел какая-то херня? Она размером больше всех тех, кого я видел до этого. Блять, это... Я не знаю, что... Это пиздец, Кевин. Я других слов не могу подобрать. Ты... Оно... Оно метров... Оно метра три, блять, в высоту. И тебе насрать? Ты только что увидел какую-то паранормальную херню и хочешь набухаться в говно? Ты что, в своем уме, чувак? Мы чуть не разбились, блять, только что. Ты, блять... Нет, Кевин, это так, блядь, я не знаю, я уже с ума схожу, нахуй. О, слушай. Чего? Лестница какая-то, пошли. Мы там были. Черт, я знаю, что нас успокоит, пошли включим этого лосося поющего. О, пойдем. Окей, нет, чувак, я не знаю, я тут... Готов? Давай. Я лосось поющий. Давай еще раз. Давай. Я лосось поющий, на пляже лежащий. Окей, ладно. Хорошо, Кевин. Давай еще раз. Давай. Я лосось поющий, на пляже лежащий. Окей, Кевин, сука, хорошо. Ну давай еще раз. Я лосось поющий, на пляже лежащий. Нет, смотри. Ладно, хорошо. Давай еще раз. Давай. Я лосось поющий, на пляже лежащий. Ладно, все. Куда ты хотел сейчас пойти, чувак? Нам нужно где-то засесть. Засесть до рассвета, чувак. Вот, я предлагаю... Здесь тут, засесть? Тут сверху хороший вид. Окей. Хороший вид. И здесь, если он даже захочет забраться, он не заберется, потому что он стар... Чувак. Вы эту лестницу видели? Ну... Учитывая, что она под цвет стены... Нет, ну-ка... Наверное, нет. Давай я первый заберусь тогда, блин. Чувак, а если там живет какая-нибудь херня? Ладно, насрать. Я буду аккуратен. Давай, если что, застыну на месте. Давай. Ты понимаешь, даже... Ну, мы застыли на месте, прям... Мы среагировали, он прям на нас смотрел. И... Чёрт, это было превосходно. Ладно, я полез. Кевин. Залезь-ка. Это какой-то... Ну, смотри сам. Чё себе это... Стоп, это люк? Чувак, смотри. Какой люк? Это да. Чертов люк. Смотри, этот чердак просто наполнен всяким хламом. Кевин? Пошли, что-то мне ссыкуют. Чувак, не, ну ты посмотри тут. Какие-то гладильные доски. Утюг. Старый утюг. Черт. Чувак, смотри, кровать и что-то... Блин. Топор. Слушай, чувак, раз ты потерял топор, можешь... Ладно, потом возьмем, в принципе. Потом. А, ладно, давай, смотри. Какой-то ящик с игрушкой. Знаешь, это как в каком-то хоррор-фильме. Ящик с игрушками. Ну да. Восьминожка. Да. Только вот... О, камера. Еще одна. Кевин. Твою мать, не пугай. А! Смотри. Чувак. Твою мать. Это что? Это...
Стоп. Это... Кевин, я по-моему... Я, кажется, догадываюсь, что это. Это они. Это, наверное, снимки. Ну да. Похоже. А это похоже, знаешь, откуда? Помнишь ту камеру, которую мы увидели с тобой? В лесу? Да, вот. Да, это та камера, наверное, из леса, чувак. Угу. А вот это, смотри. А вот эта камера, которая стоит внизу. У окна. Слушай, а как они работают? В смысле, на датчике движения? Может, смотри, какая... Не, а может, этот челик сам фоткал, но как бы... Не знаю. Смотри, качество просто дерьмовое. Стоп, смотри. Ну, это да. Смотри, Кевин. Кевин. Чего? Ты, мать, чё ты залип? Смотри. Да, я... Видишь? На глаза. Проверить фото один. Фото проверить один, проверить фото два. Смотри, тут какие-то крестики. Черт. Ничего не понимаю. Стоп. Проверить фото один. Тут стоит галочка, типа, проверено. И какое из этих фото один, какое фото четыре? Типа, с крестиком это, наверное, неудачные фотографии. А почему тогда на последнем фото нету ни галочки, ни крестика? Может, потому что оно еще, ну, не было забрато или сделано? Я не знаю, я вообще не шарю в этих делах, я не фотограф. Так я тоже не фотограф, Кевин, но черт. Смотри, еще один планшет. Камера 1, камера 2, камера 3, камера 4, камера... Смотри, у камеры 3 и камеры 5 стоят галочки, а у остальных крестики. Стоп! Мне кажется, или камера 3 это которая стоит в лесу, а камера 5, которая стоит внизу на первом этаже. Ну, похоже, так оно и есть, но... А тогда вот это что за камера? Дефектная, что ли? Может, не работает она? Наверное. Чувак, что тут может быть? Это что еще такое? Чувак, это Оскар! О-о-о. Стоп! Может быть, нас разыгрывают? Какие-нибудь профессиональные режиссеры. Я не думаю. Это было бы. Может, тут везде стоит где-то камера и просто смотрит на нашу реакцию. Черт, если это так, я накатаю в суд за то, что мы упали. Блять, сколько там метров? 100 минимум. Черт. Кольца, зеркало какое-то. Где ты? Я за шкафом, где? Смотри, какой... Вот что это? Вот... Чёрт, какая-то больная фантазия. Домики какие-то кукольные. Ё-моё, такое только в хоррорах бывает, Кевин. Ну да. А, чёрт. Дед Мороз. Качельки, хочешь покачаться? Я думаю, что если я сяду, там порвётся всё. Чёрт. Блин, Кевин, не знаю. Смотри. Тут есть... Еще выше. Какая-то это лестница наверх? Куда еще выше? Это же и так чердак. Я не знаю, что там. Давай. Черт, это лыжная база. Где тогда лыжи и прочая фигня? Вот вверх лезь. Может, там они есть. Проверим. А, давай первый смелый еще. А, окей, давай. Угу. Давай тогда ты ровно за мной, окей? Угу. Сейчас. Лезь. Нет, что-то лыжами тут вообще не пахнет, Кевин. Чё это, я не боюсь. Да ты, блядь, страшный какой. Чувак, ты весь грязный, ты... Ё-моё, да вижу я как бомж. Я не лучше. Ты тоже не лучше. Чё ты вообще шутить свои тупые шутки перестал вообще? Чё случилось? Знаешь, всё, отстань. Читай вон, что-то... О, смотри, видишь, планшет опять. Стоп, чё тут написано? Арбалет, лук, охотничья винтовка, мачете, нож, двустволка, пистолет, пневматика, сигнальный пистолет. Почему тут везде стоят крестики, а на сигнальном пистолете галочка? Это походу то, что ты потерял. Ладно. Не, чувак, это... Почему тут везде крестики, а сигнали... У меня и при себе нет сигнального пистолета, неправда. Например, тоже как бы его нету, но... Что? Может, этот челик что потерял, а что у него осталось? Не знаю. Стоп, смотри. Какая-то книжка. Ну-ка, прочитай, что там.
Или опять я. Ну тут. Ай. Ты уверен? Ну конечно, ну. Может задержать, но ненадолго. Что? Может задержать, но ненадолго? Да. Чё? И чё это значит? Может задержать, но ненадолго. Хер его знает. Зачем ты это второй раз прочитал? Ну я пытался понять. Окей. Могу еще раз? Смотри, можешь что задержать? В этом сейфе? Блин, хер его знает. Готов? Ну давай. Походу крутить придется или ну-ка, давай попробую дерну. О, нет, нихера открылось. О, нифига себе, смотри. Чё? Ну давай, не томи, доставай. Китаски, вон, смотри. Смотри. Чувак, а это случайно не моя винтовка? Хера знает. Я не знаю. На, возьми. Винтовка? Да, давай. Лови. Да, чё ты все на пол-то кидаешь? Давай на тебе эта винтовка. Здесь есть... Смотри! Чё? О, твою... Не целься на меня-то! Пиу-пиу-пиу-пиу! Ничего, это питон, алё! Кевин в здании! Пиу-пиу-пиу-пиу! Чувак, это дед меня с револьвером! Ладно, ладно, вот. Держи. А мне-то зачем, чувак? Ну, не знаю. Чё? Смотри! Да, твою... Слушай... О, тут свечка, давай-ка зажги свечку. Сейчас. Пистолет. Подожди. Блин. Ё-моё. Во! О, смотри! Ни хрена, оно длинное. Ты я даже одной рукой удерживаю почти, ну, трудно. Чокнет, это, конечно, все хорошо. Но... Так, посмотрим еще что-нибудь. Чувак, это нам вообще без надобности, алё. Твою мать, ты посмотри. Чувак, я... Ух ты, арбалет. Ага, на. Не, я все это уже не унесу, чувак. Забери что-нибудь. Мачете, смотри. Короче, Кевин, забери... Блин, не знаю. Забери эту чёрту двухстволку. На. Да пофиг, положи ее, пусть. Да она же не нужна нам, да? Нет. Кевин, блин, я не знаю просто, что вот это все обозначает. Типа, арбалет, лук. Вот почему все перечеркнуто? Типа, может, оно дефектное или типа того? Я не знаю, ну нахер. Слушай, вот меня вот интересует, что там вот за красной херней? Это же какая-то занавеска, да? Ну, наверное. Че, открой? Ну-ка, дай открою, мне прям интересно. Готов? Ну, давай. А... Чего? Ай... Отойди, че... Охереть, а ты... На. Охереть. Твою мать, что это? Да я надену, а я хочу надеть. Стой, чувак, да не, надену. Не да надо это... Не надо да это... Да ну, да уйди. Чувак, что ты вообще за кос... Так, не подсматривай, понял? Господи... Иди займись там чем-нибудь, я сейчас быстренько, ладно? Окей. Чёрт, Кевин, блин. А, смотри, нормально? Твою мать, Кевин, ты капюшон-то поправь, а, он торчит вон где. Чё, сейчас нормально? Посмотри. А? Ну, более-менее. У тебя только тут торчит еще. Да? Да. Сейчас я поправлю, подожди. Ну чё, нормально сейчас, не? Во, наконец-то ты поправился. Чё, что это вообще за костюм? Чё, бля. Слушай, а мне нравится в нем, прикольно. Можно я в нем похожу? Ну, походи, если... Он вообще не тяжелый, не? Ну, такое, знаешь. Ну, да, чуть-чуть. Даже, я тебя теперь слышу хреново, как будто ты из жопы какой-то говоришь. Ну, ладно. А, слушай, а если в этой маске рыгнуть, я выживу? Ну, попробуй, только ко мне не подходи, окей. Блин, фу! Твою налево! Ой, лучше, короче, в ней не рыгать. Ну, сейчас, погоди, я надену обратно. Черт. Ну все, нормально. А, че? Во-первых, зачем тебе этот костюм? И во-вторых, зачем он вообще там стоял? И в-третьих, какого черта он здесь вообще делает?
Зачем ты меня это спрашиваешь-то? Я не знаю. Не, ладно, костюм прикольный, ладно, мне нравится. Но ты, блядь, это костюм Джаггернаута какого-то. Ну... Ты знаешь, кто такой Джаггернаут? Ну, это какой-то герой из Доты, да? Не, у тебя лишняя хромосома, Кевин. Нет, Джаггернаут — это такой дяденька, который обезвреживает мины, бомбы там всякие и прочую фигню. А из Доты — это тот, кто крутится такой хрен. А типа... Да, да, так. Смотри, не упади в этот люк. Чё, как ты спускаться в этом костюме будешь? Давай, ползи первый. Я если упаду, то ты меня остановишь. Окей. Стоп, ты с собой взял какое-нибудь оружие отсюда? Ну да, молоток. И все? Чё? Ну да, чё, это еще надо, что ли? Молоток? Ну да, чё? Какой к черту молоток? О, строительный. Короче, ладно, иди спускайся, я сейчас заберу и спущусь. Окей. Чёртов Кевин, блин. Я сейчас слышу. Слышит он. Хера не видно тут еще. Ну ты я где иду там? Вниз. Давай, давай, спускайся. Ай, бля. Все нормально? Нормально все. Да, да, все, все хорошо. Черт, чувак. Mm. Этот костюм, он огнеупорный, ты в курсе? Ну, прикольно. Значит, тебе в нем не жарко вообще? Блин. О, нормально. Окей. Прям хорошо. Кевин, блин. Смотри, я думаю, нам нужно дождаться рассвета и... Черт, узнать вот про вот эту вот хренотень. То есть, смотри, тут есть фото 1, фото 4, но последнего фото нету. Слушай, может, давай проверим все камеры на наличие фотографий? Ну иди, ты же у нас фотограф. Я не фотограф. Ты то говоришь, что я шахтер, то фотограф. Ты, ой, ты фотограф же. Давай, фотограф, иди. Смотри, Кевин. У меня предположение такое, что... Вот раз фотография, это сделанная в лесу, да? И два, это которая сделанная у нас на первом этаже. Кевин? Говори, я просто нюхаю. Так... Ну, у этой камеры ничего нету. Давай тогда проверим две, которые внизу. Давай, чё? Давай. Че, идем вниз? Да, сначала идем вниз, только аккуратно, я тебя умоляю. Если давай, там будет давай, эта хренотень... Давай, пошли, пошли, пошли. Давай. Все, успокойся, пожалуйста. И чё, нормально ты там спускаешься, не? Да никого нету, спускайся. Окей. Ничего не вижу. А, во. Чёрт. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. Чёрт, Кевин, ты посмотри. Слушай, ну я так немножко устал. Но зато буду немножко помедленнее ходить. Чуть. Смотри, Кевин, эту камеру вообще, когда стекло разбилось, ее развернуло немного. Но в ней я смотрел, в ней пленки не было. Когда я пытался тебя сфотографировать. Ага. Еще чё? Помнишь, когда ты по груши ударил, у тебя шея немного вывернулась. Ага. Черт, нет, сейчас ночь. А ту камеру, я думаю, пойдем проверять утром, потому что, ну, сам знаешь. Да. Я предлагаю сейчас лечь спать, потому что, ну. Чёрт. Я предлагаю. Блин, тут... Вот тебе хорошо, тебе в этом костюме тепло, вот. Мне вот ветерок дует немного. Вон, ложись у камина, смотри. Нет, чувак, максимум, где мы сможем нормально поспать, это чердак, понимаешь? Потому что тут выбито окно, тут ходила эта хрень, мы здесь не в безопасности. Идем тогда на чердак. Идем. Лезь первый. Включи только фонарик, а то ни хрена не видно. Я могу дать фонарик тебе. Не надо, себе участок. Давай, ползи. Черт, тут как, вот,
какой-то телефон, блин, хрен с ним. Окей, хоть здесь я смогу нормально полежать. Вот тут есть... Смотри, что тут есть, Кевин. Чё есть? Вот, хотя бы здесь я, наверное, смогу полежать, не знаю. А я, знаешь, где? Я вот... Я не знаю. Давай, пошли спать. Короче, Кевин, ну ладно, давай тогда спокойной ночи, потому что я уже... Давай. У меня, блядь, я... Чёрт, мы столько за сегодняшнюю ночь пережили. Нападение этой херни, которая нас чуть не убила. Блин, то, что мы... О, смотри, что тут есть. Чего там? Ну вот, смотри. О, лежак? Нет, конфетки. Если хочешь, пожуй. Конфетки! А я пойду... Нет, я, пожалуй, здесь буду спать. Короче, ладно, Кевин, спокойной ночи тогда, утром отправимся, хорошо? Давай, братан, давай. Спокойной ночи. Давай, доброй ночи, братан, доброй ночи. Я сейчас тоже чуть похожу в нем и спаю. Черт. На чем я спал вообще? Как будто на камнях. А? Кевин? Так, десяточку, восьмерочку. Ты что там делаешь? Доброе утро. Да я чё, я вот ударцу покидал и считаю, куда попал. Одну, короче, десятку, прикинь. Десятку? Ага. Чё, а чё у нас с крышей? А я ночью проснулся, звук, короче, что-то обваливалось, что ли, не понял нифига. То ли град бы оно выпало, я не понял. Так, у меня что-то из башки вышло, что я хотел сделать утром? Не знаю. Точно, мы же хотели проверить фотоаппарат. Точно, пошли? Чувак, а ты, скажи, тебе холодно в этом или жарко в этом костюме, или нормально? Мне нормально, я вообще по кайфу живу. Происшествий ночью никаких не было? Ну, нет, вроде бы, я спал, нормально. Не, было одно происшествие такое, ЧП. Какое? Ну, ты пернул и разбудил меня, короче. Я не пержу во сне, ты максимум... Да кому ты чешешь, я же слышал. Окей. Черт. Точно ничего не было? Ну, не приходило там? Ну нет, ты только пернул, говорю же. Ха-ха. О, тут такое нормальная высота, чё, полетели? Ну чё, народ, погнали, нахуй! Я говорю... Да... Да шучу, давай тут низко. Чёрт, Кевин, ну... Блин, как бы есть двери для этого, ну да ладно. И чё? Ну, как чё? Пошли, где, где камера? Стой, вправо, влево. А вон там вот, как я помню. Я выспался. Да я тоже. У чё, народ, погни. Смотри, кровь заледенела. Да. Чёрт, она прям белой стала, смотри. Чувак, она же, блин. А вот и, вот и, вот ты камера. О. Так, у тебя с собой топор или нет? Да. Чё, копаем? Проруби листву, пожалуйста. Ча. Вот, чёрт, чёрт. Стоп, я, если та кровь была... Если та кровь была красной, то это заледенело. Значит, недавно что-то случилось? Ну, может быть. Ну вот, все, прочистил я тебе, смотри. Да. Чёртовы ветки. Так, давай посмотрим, что в этой камере такого. Ну-ка. Кевин, отойди. Дай я посмотрю что-то. Бля, так... Кевин? Я тут, тихо. Смотри. А. Вот. Глянь на фото. Чувак. Да что за херня здесь творится?